Доброе утро, народ. Так, сегодня, значит, у нас 23-е, завтра праздник, завтра выходные, завтра собираемся еще на озеро. Ледовую обстановку пока не знаю. Вчера был очень сильный ветер. Южный вообще-то не должен ничего сделать со льдом, но кто его знает. Не буду слишком самоуверен. Вот. Рыбалка идет. Рыбалка в этом году вся, значит, как сказать, входит в рамки такие, что где-то в районе 10 килограмм люди ловят. Кто-то, может быть, около 20, но больших рекордов таких не было, чтобы там, допустим, как в прошлом году ловили по 40 килограмм. Я знаю, даже больше 40. Вот. Но окунь в этом году много крупнее, очень много снята, поэтому он сытый. Вот. Значит, ночью выпал снежок. Немножко сейчас где-то ноль. Не тает, но все равно такое. Близко к плюсу, чем. Ближе к плюсу, чем к минусу. Вот. Но погода неплохая. Пока вот только, я говорю, результат вчерашнего ветра не знаю. Звоните, узнавайте. Немножко позже расцветет, я тоже буду в курсе этого всего. Ладно, до встречи. Всего хорошего.